Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет о древнем, частично пещерном храме в Древней Индии. Я уже сделал огромное количество видео о Древней Индии. Как говорят, Индия – это страна от 50 до 100 тысяч храмов. Это будет очередной из них. Такой частично пещерный, частично там пристройки небольшие есть. Ну, или более... Вы увидите все это видео. Рассказать словами это трудно. Согласно официальной версии, почти все храмы в Индии с 3 по там, 16-17 век нашей эры. Я считаю, что некоторые храмы, не все, далеко не все, а некоторые, но особенно пещерные храмы, скорее всего, древней. И некоторые их из бронзового, и даже, может быть, начала медного века, так как в Древней Индии люди поклонялись богам еще с конца каменного, начала медного века. И это показано на харабских фигурках из Пакистана, что идолы и божества и религии и в Хараппе, и, скорее всего, что во всей остальной Индии были, так как связь была по-любому и в медном, и в бронзовом веке, и по-любому поклонялись каким-то богам. И были какие-то первые протохрамы, особенно пещерные храмы. И я думаю, что пещерные храмы могут быть самыми древними в Индии. Потом, разумеется, они неоднократно переделывались, наращивались. Там ставили записи местных там правителей, что они там в таком-то году это якобы все построили, хотя по-любому уже были какие-то помещения до этого. Thank you.
Более подробно вы видите дальше видео. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.
Thanks for everyone who helps for my YouTube channel. Thank you for watching this video.